Раз, два, три, четыре, пять. Вышел гриб повоевать. Возвращаемся снова к этой игре замечательной. Уже очень давно я не играл в нее. Мне, как ютуберу, которому дали где-то мой профиль. Вот, медийная личность. Я ж медийная личность. Как я мог забыть про эту игру? Забросить ее? Конечно же, этого не произойдет. Итак, первая моя попытка запустить игру провалилась. Я ее не записал, потому что когда я зашел, мне высветилась табличка, что сезон 4 закончен, медалька, и вообще ни на что не реагировал компьютер. Вернее, это приложение не реагировало на что, ни на что. Пришлось принудительно закрывать. Не знаю, это баг какой-то, который нужно фиксить. Вот так вот. Аватарчики. Ну, я не помню, что действительно было раньше. Да, дайте мне рамку для аватара. Нету. Что там было, я не помню. Поэтому сравнить не могу. Но, тем не менее, у меня будет стандартный, потому что стандартный, он вселяет самоуверенность и самонадеянность на оппонентов. Тем не менее, одну игру я уже сыграл, я ее успешно проиграл. Успешно провалить задание, это я могу. При этом, что мне понравилось сразу же, так как я долго не играл, меня в рейтинг закинуло к игроку, у которого 370 очков рейтинга. У меня, соответственно, было 720, по-моему, 720 было на тот момент. И я 13 очков потерял. То есть система не просто эквивалентный рейтинг подбирает, она смотрит на отставание в, может, не в развитии игрока, но, по крайней мере, в его навыках. И, соответственно, конечно же, я мог потерять свой навык, не играя. Поэтому предложу не терять его, а сыграть 2 на 2, потому что здесь такой вот режим замечательный появился, как я вижу. Его раньше не было. Так. Еще зрителей можно добавлять. О, у меня здесь есть друзья, надо же. Какой я дружелюбный, у меня есть два друга. Это сосед, это какой-то левый чувак, который добавляется ко всем друзьям. Он у вас тоже есть. С ником Player. Это ваш нормальный друг? Ну да, вот так список друзей всегда открываете, два друга у вас будет. Один нормальный друг, а второй друг всех. То есть вы с ним фактически не дружите. Не знаете даже, кто это. Я готов. Я готов, серьезно, я готов. На полном серьезе говорю, я готов. Не верит. Режим игры, только один можно выбрать. Добавить. Добавлять. Мы не будем никого приглашать, но приглашать из друзей тоже нам некого. Мы потому что дружим только с теми, кто почему-то сегодня отсутствует. Сетевая игра. О, ну давай, сетевая игра 2 на 2, там блиц какой-то, мол, не было нарисовано. Новых персонажей не добавлено, никого нет. Поэтому мы будем играть за моего любимого невидимку, телепортатора и десантника. Самый такой, ну, не знаю, сказать гадкий герой, но нет, но эффективный, на мой взгляд, самый. Ух ты, втроем играем. Жалко, рейтинга нет. Можно, в зависимости от того дивизиона, как кончите, бронза, золото, серебро там или прочее. Или какой там поганка, мухомор, там как тебя назовут. В зависимости от этого и рамку можно будет выбрать. У меня, наверное, будет рейтинг мухомор. Все позахватывали, я такой отстающий. Только не добегаю туда. Все прогрессивное грибное население уже давно развивается, а я отстаю. Перекидывают войска, я так посмотрел, для того, чтобы поскорее ускорить развитие из-за отстающих. Можно сделать ход конем. Угу, можно. Мы же невидимость скачали. Правда, это будет на руку оранжевому гаду. Так, ждем. Пошли. Блин. Завалят.
толпеньку завалит. Он уже понимает, что за дела, пытается атаковать и не понял, в чем дело. А их-то нету. А их нет. У нас здесь 50 человек, мы ждем. Телепортируем сразу же. Вы видите, да, что я в некой прострации оказался. Потому что мы никого не телепортируем. У нас отжали эту точку. Ну, как бы план провалился. И это не очень хорошо. Все уже укрепились здесь, я только войска потерял. Да, я еще отстаю в развитии. Как бы это ни звучало, но отстаю. Зеленый здесь захватил. Здесь все надстраивают. Ну что, нет, синенький отстающий. Синенький это я, ну надо же. Как это удивительно. Ну и атаковать, в принципе, кого-то нет большого смысла, потому что... Просто потому что... Нет, давайте вот так. Я все-таки хочу сделать массовую атаку. Ну, без разницы, пускай забирают. Так. Все. Скрыл. Да, оранжевый сейчас потерпит, потому что его зеленый бомбит. И я еще в тыл к нему прибираюсь. Не знаю, может быть спадет сейчас пелена невидимости. Мы всех в одну точку сейчас добавляем. Ага, конечно. Сюда и сюда телепортируем всех засранцев. Все, раньше не нужно. Просто потому что. Вот такая вот тактичность. Что такое? Что такое? Кто-то бежит сюда? Уходи. Зеленый нормально так сопротивляется. Наверное, время все-таки на моей стороне. Или не на моей, сейчас будем. Он дурацкий. Он еще сюда уже поверил. Жестко. Реально жестко. Не схочет, он сейчас будет на эту атаковать. Надо играть вот с этими вот слева штучками. Для того, чтобы только малую часть, а не всех отправлять. И зеленый сейчас выигрывает. Да. У него преимущество в численности. И это не есть хорошо. В принципе, сейчас можно... Что сделать? Башенку настроить. Тоже башни делает. И потом все-таки он меня задушит, потому что у него очень много. Очень много юнитов и звездочек тоже все-таки побольше, чем у меня. Падают звездочки, конечно. Всего дошло 3 человека сюда. 3 человека. Я могу телепорт организовать, конечно, но... Он видит. Ну все, это видно, то, что я делаю. Если что, надо десант еще закинуть. Но десант не то будет, я буду их откидывать. Когда они пойдут на меня в атаку, я их буду откидывать просто-напросто.
Он внутрь, ну да, он попытается сейчас пробежать через всю эту засаду. Здесь его небольшой сюрприз ждет. Разворачивайся назад. Ой, дошел один подраться, но ничего, хочу. Не очень удачно зашел. 340 на 660. Он, в принципе, ничего не потерял. Все есть у него. Измена. В указанной области своих превращаюсь. Мне передвигаться вообще категорически противопоказано. Ой, ломает, ломает. Ворон мне. Какой же он такой силы, а? Да, у него уже измена готова. Тишина. И ускорить производство. Я буду ждать 5 звезд сейчас, а потом буду контратаковать. По-другому его вытеснить не получится никак. Боюсь ходить своими юнитами, потому что знаю, что он их может в своих превратить, и мне будет немножко плоховато. Ну, это выжидательная такая тактика уже получается. У меня пока что численность растет. Время пока на моей стороне, потому что у него уже притык. Он думает, что делать, вот что делать, и каждый ждет. Звездочки тоже на моей стороне, хотя численное преимущество на его стороне. В его варианте можно дождаться, пока у меня все это до нуля упадет. И начать что-то делать тогда. Давай так, он посмотрит, что здесь никого нет. Сейчас опять там родятся. У меня там конвейер настроен. Активно производит грибочек. У меня там 7 человек, серьезно, всего лишь 7? Что за дела? Ну, убивай меня, пожалуйста. Тебе нравится убивать беззащитных грибочков? Ну да, убей тогда двоих. Герой. Из башни легко стрелять в незащищенных слабеньких. Он отправил на тот свет. К грибному монарху. На еще одного убей. Маньяк. Бездушный. Мне уже отправлять некого. Все, вся деревня вымерла. Не выдержал. Не выдержал чувак. Сейчас будет ломать оборону. Скорее всего. Развалил, все, довольно счастливо сейчас пойдет в атаку. И он сейчас меня будет просто-напросто бомбить. Измену сейчас делает, измену. 100%. Потому что чуть-чуть продавил, если. Чуть-чуть, если продавил, то все. Мне кирдык. Оно только получилось. Вот этот последний вот этот юнит его, он меня. И все, я уже ничего не сделаю. Он с 4 звездами, но в моем случае можно было меньшим числом взять, только если бы я успешно отбился, он бы у меня не захватил эту хрень. Преимущество было бы тогда на моей стороне, у меня были бы звезды, а не у него, и я бы мог бы успешно вот этими всеми свободными юнитами атаковать. Это да, это да. Сдаваться, правда, я тоже не сильно хочу. Не понимаю, почему он измену не применяет. Может, он не знает, что она есть у него. Хотя, с другой стороны, я не совсем понимаю, то, что горит, это значит, что... Не, уходи, уходи. Я недоволен тобой. Ну, понятно, у меня здесь все сейчас. 25 сюда, 25 сюда, 25 сюда. Что это за расходный материал, куда он идет? Сюда. Блин, как ломается все. Давай, самоубийственная миссия. Вы должны это сделать. Еще и сюда подкрепление просто. Вы хоть доходите там у меня? Хоть кто-то дошел до башни? А, так? Что это уже? Что это?
Да, игнорируй башню, пофиг мне, что они там стреляют, у тебя еще там этого мяса надо. Все, грустная игра, я не хочу с тобой играть. Это башня какая-то, мне игнорируют даже. Последний мой шанс спастись от тебя. Уходи от меня. По домам, сегодня уже поздно. Сопротивляюсь как могу. Сколько он нам захватывает? 33. Часть войск из одного своего здания в другой часть. Количество юнитов это всех 5%. Ну, я проиграл. Да ладно, зеленый 3200. О, мне еще даже рейтинга дали. То есть теперь уже рейтинг есть. Ну да, побил тут каких-то детей. Так плюс один получи. 1051. Минус 4. Мне десяточку все-таки накинули. Да, 3000. Алмазная рейка. А, ну может быть у него... Нет, у него такая же рамка, как у всех. В друзья. Конечно же, в друзья добавить этого, который бьет женщин и детей с Apple. Сидит, играет. Какашка. Есть же деньги у людей. Если кто-то будет смотреть мое видео, знаете, у меня нет Apple. Можете мне его пожертвовать. Чтоб я тоже так. С Apple. Может, все дело в Apple? Серьезно. Вот, оказывается, с Apple рейтинг будет 3200, но у меня его нет, поэтому я 700. Ну, предел будет, потолок это 1000. Ладно, шутки в сторону. Сейчас будет серьезный бой. Не знаю, зачем я взял этого инвалида. Потому что я не знаю, что он может сделать реально. Слишком он примитивный, этот гном. Мне так хочется их гномами называть, привычку, потому что гномы есть во всех фэнтезийных играх со времен Толкина. А вот грибы, военные грибы, воюющие. Была РПГшка пошаговая. Там были грибочки, но они как бы неразумные были и агрессивные. Это в процентном соотношении, кого я отпускаю? Ну и так. Я уже немножечко ухожу во вкус и уже вспоминаю. Блин, я потерял людей справа и слева, что за херня? Простите. Ну там знатно ржут, наверное. Красный и зеленый там уже просто ржут. Как так? Оранжевый потерял своих бойцов, не в силах захватить ни того, ни другого. Нет, это моя территория, это моя зона. Это моя точка. Отвали, это моя точка. Атакуйте, просто атакуйте. Сейчас меня зеленый развалит. Я и говорю, для меня игра очень быстро закончилась. Ой, даже не знаю. Зато я пойму, ставят ли рейтинг тому, кто первый вышел. Ох ты, красный там на втором фронте воюет сверху. Даже можно понаблюдать, покомментировать, как играют профессионалы. Меня, конечно, нет среди них самого большого, я поддался. Это было умышленно, разумеется. Кто может провалить всю армию, свести на нет, и такое сразу два нейтральных здания, и ни одно не захватив, потеряв всю армию? Ну, это же, конечно, все было подстроено, я специально. Искусно пользуются магией. Раскалывают гробы, поднимаем мертвых на защиту. Своими силами не справляются, так хоть трупов ставят. Ну, зеленый, явно зеленый, молодец. Зеленый, красава. Четко. Всех развалил. Наверное, елки-палки, я тебя где-то уже видел. Плеер 40, BD6. Это тот самый мой друг, что ли? Из списка друзей. Ну, проверьте свои списки друзей, может быть, он у вас где-то есть.
Ну, определенно какой-то плеер у вас в друзьях есть. Это просто 100%. У вас его в друзьях может не быть, только если у вас вообще в друзьях никого нет. Не, я так понимаю, тут комментировать излишне. Какая-то зеленая лавина идет. Типа орки. Ну да, орки. Вархаммера, ну все понятно как бы. О, вот эта лавина, вот все. Как бы орки, орда, там баг, все такое. Без шансов, короче. Космодесант проиграл. Ну нормально, за то, что я проиграл за первых секунд 30, мне дали плюс 11. Ну какой я могу сделать вывод из этой игры? Если вы проигрываете за 30 секунд, то вам дают плюс 11. Если вы проигрываете за... Сколько прошлая игра длилась? 10 минут? 15? В общем, если вы за 10 или 15 минут проиграете, то вам дают плюс 10. Если за 30 секунд, то плюс 11. Проигрывайте быстро. Вот так вот. Такой вот вывод можно сделать. Ну, выбор героя мне ничего не дался. Что я успел сделать, это ботинки скорости. Убежать за пределы карты от этих жутких врагов у меня не получилось, поэтому бесполезный герой. Башня. Меня постоянно атакуют. Этот герой то, что нужно. Ёлки-палки, это что, битва ботов? Это реально, раз бот, два бот, три бот, и я нормальный. Даже ники какие-то неадекватные, как у людей. Очень реалистично, я хочу сказать. Сразу бежим. Бежим захватывать. Не, Жрон, ты офигел. У меня прям под носом строят свою базу. Красный. Подожди, это мой союзник красный, то я думаю, сейчас я тебя захвачу. Красавчик. Что за хрень? Вперед, вперед, бомби, бомби, бомби. Все, башня сделала свое дело. Всегда ставьте башню, противник сдается. Ну что, плюс один, серьезно, то есть. Я каких-то двух нубов побил. Ну правильно, красный мой союзник, 2600. Я 700, вот нас в двоих в одну команду запихнули. Против двух каких-то слабаков. Ну знаете, я бы не гордился такой победой даже. Хотя вон мне такой приз дали хороший. Ну такой можно, если дома поставить, то гордиться все-таки в принципе можно. Красиво выглядит, да. Ничего так. Ну, не знаю, как работает эта система рейтинга. Я ее перехвалил, наверное, в начале самом. Было бы более логично, если бы 2600 рейтинг поставили со 143 и меня 729 с этим, 444, чтобы мы вот так вдвоем были вот с этим. Ну хотя бы так. Я как бы не за победу, я за хорошую, интересную, трудную игру. А она достигается только уравниванием сил соперников. В общем, мы поняли, что этот имбовый герой, он побеждает, особенно всяких нубов побеждает. Не факт, что сработает с другим героем, конечно. Поэтому мы возьмем вот этот какой-то неадекватный вообще, закатившимися глазами, то, что надо. Ну, можно отдельный обзор просто на этих героев, на их дизайн сделать. Давно пора было бы. О, опять боты. Плеер, СМС, это серьезно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У него семь цифр и буква F в конце. Вы можете попробовать набрать или отправить СМС на этот номер. Я думаю, что это очень действенный способ. Три сраных игрока. Ну, в смысле, игроки нормальные просто. Фигура речи такая.
чуть-чуть стою на дорогу. Что-то у нас развивается. Насобирайся, Ники, я тебе понижение сделаю. Моя любимая фишка есть. Главное не проворонить этот момент, когда он тратит 10 юнитов на то, чтобы, или 20, на повышение, а потом я ему все это снимаю. О, а я ему до второго уровня еще снимаю. Что он 20 в молоко, еще ему 10 нужно потратить. Ага, злой, конечно, синюга ты. Плеер, ты, блин. Сейчас мы смс-ку отправим твоему другу Клюшке. Блин, яростный, какой агрессивный. Ну что, есть желающий. Ой, ты опять делаешь повышение, извини. Два и... Как мне сделать? Все, мы с тобой уже закорешились, мы с тобой друзья, мы обмениваемся с тобой примитивным значком. Красный решил на центр атаковать. Он меня ненавидит, наверное. Офигеть. Я тебе сейчас понижение сделаю за это. Это что было? Слов нет. Ну, вообще красного нужно сейчас бомбить. Я заберу силу. Это у меня тут. Что это такое? Паника. Куда идет? Как я тебя ненавижу. Ты серьезно меня решил тут прикончить? Ну и... Не, иди по домам, все. Красный сдался, я тут синего этого бомбил, бомбил этого синего, а ты не смог. Что, серьезно? Он просто взял свою ульту эту, использовал и меня прибил? Красный, красный, ты чего? Ты из золотой лиги, ты ж... Типа ты крутой. Первый, второй, третий, четвертый. А у меня только за четвертый сезон есть. Ну как это так за четвертый сезон? Я зашел в четвертом сезоне или в конце четвертого сезона? Набив до этого. Все равно рейтинг повысили. Да, это вообще на 17. Синий. Ладно, он уже победил, действительно. Я рассчитывал увидеть понижение ему. Каких-то нобов тут побил, судя по игре. Понимаю, кого в золотую лигу берут? Знакомая фраза. Я в ярости, просто в ярости. Если уж этот бешеный не сможет ничего сделать, то, наверное, что-то надо менять. Так, снова втроем. Сюда, сюда. Так, сейчас будем окольными путями, чтобы под обстрел не попадать. Идти. Раньше я спринтер был по развитию. Очень быстро вкачивал этих всех юнитов, чтобы они размножались. Тут у меня прирост был как можно больше. Это все про меня. Ну что?
Очень агрессивные, очень злые. Потому что проиграли много игр уже. Я тебя спалю. А, ну правильно, там ноль был человек, конечно, он. Ну красного тут долбим нормально, конечно. Ничего такого сказать не могу плохого. Да. Ну давай уравняем. Всем. По звездочке, все молодцы у нас. В итоге красный надавал, мне надавал и оранжевый надавал. Ты жесткий тип, конечно. Ты куда пошел? Так, пошел. Ёлки-палки, ну как так можно вообще? Красный тут долбит его, да. Забираю у него эти все звездочки. Блин, мне ее красным атаковать, это ему звезд наделал. Ну, что за фигня, чувак? Давай, атакуй. Нормалек. Ну как бы да, оранжевый захватил, но ты сейчас оранжевый мне только сделал вред, потому что ты будешь меня бомбить, а мы должны с тобой вдвоем сорганизоваться и уничтожить красного. Это никакой помощи, это какой-то деструктивный элемент. Это никакой помощи, просто. Как ты не можешь убить? Сколько? Дай мне звездочку. А, ну правильно, тебя уже нету. Да, мой шанс только так еще сделать. Нет, ты хочешь захватить? Серьезно? Серьезно, ты хочешь захватить? Давай там. Блин, у него красная здесь, это хрен есть. Дай мне свою мораль. Что с тобой делать? Вот что с тобой делать? Да, классно. Вот сейчас я тебе отвечу. Мы с тобой общаемся очень приятно. У тебя кузница есть, у меня нет. Чё мы будем все делать? Просто в атаку все. Очень злые, очень агрессивные. Да, серьезно? А я сюда перейду. Просто 60 спартанцев. 70. Ай-яй-яй-яй. Ты серьезно? 1,18. Кому я проиграю? Кто эти люди вообще такие? Что они здесь делали, непонятно. Так, что мы сделаем? Где там у нас с перемещением? А, вон, размен. Хорошая тема. С разменом рандомно будет сейчас бросать здание.
Еще какие-то плееры. Но вы меня совсем ни за что не цените. Не воспринимаете, ни во что не ставите. Наверное, чуть лучше ботов. Не, я им, конечно, проигрываю, но все же. Даже им проигрываю. Ой-ой-ой-ой-ой. Четко все подрасчитал. В принципе, мои противники тоже зеленые, особенно. Зеленый представляет опасность. Что это? Хорошо, как бы. Ну да, зеленый представляет опасность. Он уже там все позахватывал. Перекидывает войска для того, чтобы улучшить. А, хитрый гад. Хитрый. Я потому что действительно хотел у него отобрать вот эту вот башню. Блин, ну даже не смешно. Ну что, меняемся? Блин, плохо, мы как-то с тобой поменялись. Что сейчас ему бомбить начну. Ой-ой-ой-ой-ой, я заморозил. Да, реально заморозил. Сомнительное какое предприятие было. Вот так все. Смена одного здания с другим поменяла всю расстановку. И сильная импровизация получилась. Ну что ты бедного оранжевого душишь? Ты меня попробуй. Я уже вон сильный. Блин, меня заморозили. Вовремя. Я только стал минус 20 у меня здесь человек. Круто. Ничего не скажу. Давай опять меняться с тобой. То есть я поменял здание местами и меня стала башня расстреливать его. Не рассчитываем сейчас, я так агрессивно не рассчитываю интервалы, между которыми заморозка происходит. Ну да, он основался, ну тоже неплохо. Ну, через это он не пойдет, потому что здесь не, я как бы могу назад вернуть все. Зеленый, как я и говорил, он классно играл. Сразу вычислил профессионал. Уничтожил. Минус один, минус три, всего-то. А мне плюс 12. Откуда очки берутся? Прям как с деньгами ситуация. Денег все больше, больше, больше в мире. Все обесценивается. Давайте-ка. Так, где-то масса. Вот, улей. Это хорошая тема. Интересные такие способности у героев, которые позволяют именно
не статическое поле боя воспринимать все как изначально есть, а импровизировать, вносить какие-то новшества. Ой, опять эта карта. А, это не я, а где я? Вот это я? Нет, как-то это не очень красиво. Я привык, что я слева тут. С синим просто аналогично как-то действует. Ну, я уже немножечко начал рассчитывать время, чтобы одновременно куда-то. Что это, заморозить здание, блокировать здание? Кузница, увеличивать коэффициент атаки и защиты. Вражеское здание просто перестает работать. Ну, наверное, это полезная штука. Так у меня нету этой звездочки, а у них есть. На меня бежишь? Скорее всего, сейчас вот на это здание нападет, вот, из которого я вышел. Кольцо холода, ну, да, тема такая. Возможно, я приемлю. Ну, по крайней мере, я ничего захватывать здесь не буду, у меня есть улей, и я буду летать. Зеленый решил, ну он нашел время, конечно, когда все по домам сидят, своих ниндзя запустить. Ой, я вам всем сейчас нагажу, особенно синим. Может, это синий хотел. Блин, я тебе помогаю, чтобы вот урод не стрелял в тебя. Сразу на два фронта атакую, немножко юнитов теряю. Ой-ой-ой, сейчас кто-то я потеряю, нет? Везло. А какой ты агрессивный зеленый, а? Вот какой ты агрессивный у меня. Да, может нехватку у вас он утолить. Нормально в обход ребята пошли. Никто не дошел. Просто никто. Ты меня тут блокировать хочешь? Зеленый, ты офигел. Реально, просто офигел. Давай отсюда, вот сюда. Ой, что произошло? Осы прилетели, всех сожрали. Минус 20, хотя очень рискованно. Так, зеленый, теперь твоя очередь пришла. Я тебе помогал все это время. Ну ты у меня урод. Ты просто урод. Ну синий, куда ты ее атакуешь? Ты не в ту, не в ту сторону идешь. Я своих там немножечко пособирал сейчас. Да, давай в торнадо. Я вот тоже так в торнадо. Видит торнадо летает. Нужно скорее в торнадо кинуть. Еще пехотинца. Мало ли там чего. Ща я тебе сделаю подарочек зеленый. Блин, 5 звезд у него. Синий, ты меня прости. Ай, елки-палки.
Здрасте, товарищ. Я не хотел. Значит, я на убой отправил своих боссов. Но, по крайней мере, все шансы на победу были именно у себя. Мы его успешно ликвидировали и... И все. О, слушайте, я ж могу такой белки раздавать, да? А чего я раньше так не сделал? Почему я вот этому блокировал и помогал зеленому атаковать? А вот сам себе помочь не захотел. Что-то обидно как-то. Ой, а что это произошло? Не, отвали, я не хочу с тобой связываться. Сейчас мы полетим. Он синий там смотрит, думает, ну давай, красный, ну хоть что-нибудь ты сделай уже. Думает, блин, он еще это развалить. Да, интересно так вот 3 на 3 играть. Еще извини, синий подлянка такая. Реально синий, извини, ну да, на торнадо нужно кинуть, это вообще самое грамотное. Ух ты, все, я умер, мне ничего не дали. И все, и последний бой на сегодня будет. Что у нас? Интересно вот такого взять. Ну давайте вот этот самый бесполезный, на мой взгляд, герой. Потому что у него не атакующий, а скорее улучшающий себя заклинание. Можно в тишине это сделать. Thank you.